Слезай. Циклоп шлет тебе весточку. Передай, пусть засунет ее. За ту неделю! Малака! Циклоп сказал, ты беспощаден. Так нападай! А ты подойди чуть ближе. Пора бы знать. Циклоп всегда получает свое. Если циклопу так не имется, пусть приходит сам. Не надо злить циклопа. За ту? Каждую неделю такое. Я так больше не могу. Спасибо за помощь. Что с тобой стряслось? Ничего. Все уже в порядке. Снова циклоп, да? Неужто он не выучил урок? Как видишь. Конечно. Не стесняйся. Тоже хочешь есть, Икар? А как ты думаешь, Зевс даст мне орла, так же, как и тебе, Алексиус? Может, попросишь его? Я замолвлю за тебя словечко. Дождалась. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. Чего еще хочет этот плут? Не знаю. Просит навестить его в новом доме. У виноградника. Стоп. Виноградник? Малака! Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогатеет. И давно у него виноградник? Со вчера, кажется. Так... Маркус должен мне, но скупает виноградники. На чьи деньги? Не знаю. И где мне искать его новое, дивное поместье? Знаешь статую Зевса на горе Энос? К югу от нее. Ну, думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Я
Я скажу ему, что ты придешь. Ох, больно. Довольно. Скажите своему уродцу, что если пришлет вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орлу. Пойду к Маркосу. Вот только оденусь. Меня не должны застать врасплох еще раз. Надену, пожалуй. Вот ты. Посмотрим, во что ты вляпался в этот раз, Маркос. Маркос, послушай меня. Так нельзя. Что? Я тут главный. Сажаю, что хочу. Здесь виноград погибнет. Причем весь. Забудь все, что ты знаешь о прошлом, друг мой. Вместе мы совершим переворот виноделии. Поверь, ты еще вспомнишь об этом дне. Алексиос, слава богам! Феба тебя нашла! Я тебя слышу! Я волновался! Тебя ищут люди Циклопа! Ты в опасности! Жаль, что твое предупреждение запоздало. Но это не важно. Ты купил виноградник, Маркос? Виноградник? А что? Я люблю вино, ты любишь вино, все любят вино. И все покупают вино, а я продаю. Ты ведь ничего не понимаешь в виноделии. Я быстро учусь. Сажаешь виноград и делаешь вино. О, как все просто.
Ты должен понимать, что у меня есть план. У Маркоса всегда есть план. Ладно. Ты можешь мне вернуть деньги? Могу ли я вернуть тебе деньги? Конечно, конечно. Хотя нет. То есть не сейчас. Так достань их. Конечно, Алексиос, конечно. Но, может, ты сам забери их у торговцев сами. Я в таком не силен, сам знаешь. Я должен отнять свои деньги? Они заждались тебя в Сами, друг мой. Что за торговец? Дурис, ты знаешь его, он славный. Дурис? Ты выжил из ума. Не давай ему деньги. Он всегда возвращает. Если его припугнуть. Именно, это в общих интересах. У Дуриса есть деньги, у тебя работа, у меня процент. Кефалиния изумительна, правда? Надеюсь, мои деньги у него. Жаль продавать наш виноградник. Считай, что деньги у тебя. Потом нам нужно будет обсудить кое-что еще. Потом. Ладно, но я возьму коня. Жарко, да и далеко для пешей прогулки. Но подумай о выгоде, Маркос. Это в общих интересах. Верно, друг мой, верно. Можешь выбирать. Тот, что в центре. Расскажи о нем. О, ты выбрал красавчика. Он родом из Салоников. Ему неведом страх. Я выбрал. И какого же? Беру коня в центре. Чудный выбор, чудный. Но у этой породы есть пара странностей. Не хотелось бы, чтобы тебе достался такой конь. Вот этот. Ты уверен? Ведь... Да, Маркос. Все выигрыши, всем хорошо. Это сам великий Фобос. Он никогда не подводил. Фобос. Приходи к храму в Сами, когда ты получишь свои деньги. А, Эфтерпа, вина еще достаточно. Не бойся. Не сейчас, глупец. Фебу похитили. Кто? Прихвостни циклопа, кто еще? Утащили прямо с дороги. Куда они пошли? В сторону пляжа Ктимены. К пляжу? Она умеет плавать? Я найду ее. Да, иди. Но не забудьте про Дуриса, Алексиос. Вперед! На! Давай.
Вот они. Я подкрадусь к этим малам. Отпустите! Молчи или затяну веревку! Получим за нее выкуп для циклопа. Никто меня не выкупит! Все бедные! Помолчи, Феба. Прячусь в высокой траве. Нельзя дать остальным уйти. А? Что это за... Маркос будет следующим. Уведу отсюда Фебу. Алексиус, я тут. Спасай! Ты жива? Да ничего. В тот раз мне рот заткнули тряпкой, чтобы не кусалась. Феба, будь осторожна. Ты теперь одна ведь. Родители мертвы. Но у меня есть ты. А у тебя я и Маркус. Мы твоя семья, да? Да.